Теперь обновляем дорожку. Насколько хорошо ты таскаешь тяжести? Папа говорит, у меня руки макаронины. Может, и стоит к нему прислушаться? Давай я сама, а ты просто поддержишь меня морально. Давай. Лили, ты молодец. Я еще ничего не сделала. Сначала скажи мне, какой ты хочешь дизайн. Как насчет этого? Круто. Лили, ты молодец. Спасибо. Твоя поддержка очень важна для меня. Это мультик был про бобра, папу и двух бобрят. И вот это папа тащит бревно тяжелое, а бобрята сзади идут. Налегке. Папа останавливается, такой бревно положил, фуф, поворачивается, а бобрята такие, фуф, тоже вытирают лоб. Хороший был мультик. Так, ладно, что теперь? Убрать мертвые деревья, а потом сломанные арки. Теперь надо убрать отсюда эти мертвые гибискусы. А что, гибискусы дерево, что ли? Они не такие уж и большие. Наверное, я даже смогу помочь. Было бы здорово. Готово? Два мертвых дерева спустя. Какая я сильная! Скорее бы сказать папе, что я подняла целое дерево. Двигайся, чудо-женщина. Не обязательно с ней соревноваться. Мы можем быть в одной команде. Мне нравится твой стиль. Культивировать гибискус. Что значит культивировать? А, сажать. Теперь можно сажать новые гибискусы. Так культивировать это не сажать. За дело. А где же жалобы и шутки? Не в этот раз. Хочу попробовать сок. Одно дерево готово. Сок, сок, сок. Сначала надо посадить другое. Нет, сок! Готово, мисс Мускулы? Раз, два, три, гибискус, расти. Что такое же посадить? Да давайте для разнообразия вот такой. Гибисподобнокус. Неплохо. Спасибо, Лили. Теперь уже можно попробовать сок? Нет, конечно. Надо собрать нужные части цветов и сделать еще много всего до того, как будет хоть немного сока. Значит, ты
Ибису вралакус. Ибиса скорбнокус. Ну не надо, ибислескус. Я сделаю немного, и ты попробуешь, когда приедешь в следующий раз. Такие каламбуристки, как я, и японец. Убрать сломанные арки. Эти арки полуразрушены, надо просто снести их, а потом поставить новые. Я смогу крушить и ломать вещи. Устрой, дестрой. Что? Не бери в голову. Давай избавимся от этих уродливых арок. Я схожу за папиной кувалдой. Она ее затащит. А мы сейчас посмотрим. Несколько часов спустя. Что, не дотащила или что? Не, дотащила. И все развалила. О, танцуете. У них еще силы есть танцевать. Берегись каренских ид. Что? Надо прекратить делать отсылки к массовой культуре прошлого века в присутствии детей. Установить новые арки. Теперь можно установить новые арки. Поможешь мне выбрать какие-нибудь покрасивее? Да. Может, что-то такое? А ну, сейчас посмотрим. Ну, какое? Ну, да любое. Вот такое. Мне нравится. Рау. Рокси, что это у тебя? Еще одна старая фотография. Я, моя мама и тетя Мэри сразу после моего рождения. Какая смешная прическа у твоей мамы. Это точно. Она увлекалась глэм-роком. Она была в туре с группой, когда... Когда что? Неважно. Давай продолжим. Убрать сломанные лавки. Ну да, арки построили, теперь лавки. Сегодня будем проактивными и починим лавки до того, как я захочу сесть. Но не знаю, сомневаюсь, что их можно починить. Вздыхает. Ты хочешь поломать еще пару вещей? В этом практически вся моя суть. Четыре лавки спустя. Разрушительница. Вот вам лавки. Ты им показала. Теперь я Карен, разрушитель лавок.